Доброе утро, дорогие радиослушатели. На часах 8 утра 31 декабря, а значит, до Нового года осталось совсем мало времени. Ох, и не завидую я тем, кто не успел купить подарки. Специально для вас Дед Мороз оставил новогоднее чудо прямо на столе. Да, девушка, тепло, теплее. Мне нравится ход ваших мыслей. О, совсем тепло, даже горячо! Конфаэль – шоколадные подарки на все случаи жизни.